А что сердце? Николай Радченко на сердце никогда не жаловался, но сейчас ему 63. Организм уже не молодой и может давать сбой. Поэтому поход к кардиологу – шаг предусмотрительный. Предостережен, значит вооружен, говорит химчанин. По времени очень быстро все. То есть анализы, сдача анализов, начало со сдачи анализов. Остальное уже как бы кардиограмма, вот. Остальных врачей. Это очень нужное дело. Да. Это забота о здоровье. В коридорах Химкинской областной больницы спокойствие. В очередях не более 3 человек. При том, что диспансеризация идет полным ходом. 405 кабинет, вы там сдаете все анализы. Вот анализ крови, вы сейчас там сдаете. Ежедневно проверить свое здоровье приходит около 30 человек. Горожане заполняют анкеты и по направлению терапевта проходят необходимых врачей. Офтальмологов, маммологов, кардиологов и других специалистов. У нас выделен один день в неделю, это вторник. То есть пациентам больше 55 лет мы обзваниваем, да, приглашаем их на диспансеризацию. Соответственно, им дается время, в течение часа они все проходят, и мы их пускаем спокойно, все комфортно и все удобно, в одном месте все. Впрочем, и старый млад могут пройти диспансеризацию в любой день рабочей недели. Направление выдает участковый врач-терапевт. Также раз в месяц профилактическое обследование можно пройти в выходной. В этом году последний день приема выпадает на субботу, 14 декабря.